22 октября начинает свою работу Хельсинская книжная ярмарка. Национальная библиотека, которая в этом году празднует свое 375-летие, также представлена на ярмарке. Так как темой ярмарки является в этом году Россия, то Национальная библиотека представит на своем стенде прежде всего услуги, связанные с исследованием России, проект по оцифровке материалов на уральских языках и славянскую библиотеку. Национальная библиотека также представит программу, связанную с главной темой ярмарки. В официальную программу ярмарки вошли две панельные дискуссии, которые пройдут на большой сцене. Первая панельная дискуссия «Ученые без границ» будет посвящена межграничному научному сотрудничеству. В дискуссии примут участие 6 исследователей из Финляндии и России, работающих в разных научных областях, таких как языкознание, языковые технологии, история и литературоведение. Во второй дискуссии, которая озаглавлена «Как можно исследовать Россию в Финляндии», молодые исследователи, специалисты по России обсудят возможности исследования России в Финляндии. Помимо панельных дискуссий, на стенде Национальной библиотеки пройдут презентации 14 исследователей русистов и финно-угроведов. Исследователям будут заданы вопросы об их последних исследованиях в рамках темы дня. Темой четверга станет научное сотрудничество, пятница, финно-угорские языки и их исследования. В субботу будут обсуждаться темы переломных моментов в истории России, а также будут затронуты вопросы истории культуры. Воскресной темой станут предпосылки для исследования России. Полную программу книжной ярмарки можно просмотреть как на странице Национальной библиотеки в Фейсбуке, так и на сайте kanceliskirjasto.fi. Приглашаем вас посетить дискуссии и стенд Национальной библиотеки. Добро пожаловать!